Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Телепроекту Дом-2 исполнилось 13 лет. Ксения Бородина благодарит руководство и всех сотрудников проекта. Ежедневно мы проделываем титаническую работу, чтобы корабль плыл уже 13 лет. Ольга Рапунцель ответила тем, кто завидует ей и их паре с Димой Дмитренко. «Как же меня достали завистники», – пишет она. «Откуда у вас столько вражды? Я бренд проекта официально с 16 года, и это вы никак не измените». Захар Соленко и Лера Фрост строят на острове отношения. Захар говорит, что он очень проникся к девушке, и у него такое первый раз в жизни. Но маме Леры Захар не нравится. Захар хотел поговорить с ней по телефону и познакомиться, но Лера считает, что пока еще рано. Станислав Дегтяренко охладел к Лизе Триандафилиде. Дело в том, что его мама против таких отношений, в которых ее сыну придется воспитывать чужих детей. Она советует Стасу обратить внимание на Веру Курочку. «Это была бы идеальная пара», считает женщина. Ангелина Татишвили и Виталий Малышев расстались. Они даже заселялись в одну комнату. Но Виталий признался, что легкодоступные женщины ему не нравятся. Он любит быть охотником и добиваться девушку. К Малышеву пришла на проект новая участница Юлиана. Ей 21 год. Сначала девушка уверяла всех, что они были вместе полгода до проекта. Но затем под давлением общества ребята признались, что они ранее не встречались. Познакомились они недавно на ток-шоу, и между ними возникла симпатия. Татишвили не расстраивается. Она нашла себе нового ухажера во время отдыха за периметром с Мариной Африкантовой. Он подарил девушке цветы, и она с нетерпением ждет мужского прихода, надеясь построить отношения. Кроме Юлианы, еще три девушки пришли на проект. Эльвина Кудряшова из Москвы, девушке 19, она пришла к Вальтеру Соломенцеву. Утверждает, что они учились вместе, он всегда и был симпатичен. София Страшко, 19 лет, из Санкт-Петербурга. Она пришла к Диме Гусакову. Сначала считала его бабником и мажором, но потом поменяла свое мнение. 22-летняя Александра Павлова тоже из Санкт-Петербурга. Она приехала на проект просто в гости. Дом-2 никогда не смотрела, никого не знает, читает рэп. Визуально ей понравился Эрнест Птак и Иван Чебану. Иосиф Оганесян опровергает слухи о том, что у него есть жена. Он утверждает, что Натали – это его лучший друг. Советует не верить слухам и не сомневаться в его любви к бусинке, как он называет Сашу Черно. В сети появилось много фотографий со свадьбы Таты Абрамсон и Валерия Блюменкранца. Букет невесты на этой свадьбе поймала Майя Донцова. Обручальные кольца из белого золота с гравировкой в виде даты свадьбы и надписи «Бубочки» стоили молодоженам около 300 тысяч рублей. Оганесян зажег на этой свадьбе в танце с Машей Кахно. Иосиф говорит, что Маша ему не нравится как девушка, танцевал он не только с ней и вообще просто любит танцевать. А по словам Кахно, он позволил в танце себе лишнее и предлагал поехать к ней домой. На этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.